Место Лондона – Воскресенск. Костюмы, обстановка конца XIX века словно переносит прошлое. Один из рассказов Конан Дойля о Шерлоке Холмсе звучит из уст людей, профессиональной деятельность которых совсем не связана с актерским мастерством. Сам этот проект есть слияние двух жанров – театрального и литературного. Участниками являются не профессиональные артисты, а именно люди совершенно других профессий, любящих театр, интересующихся этим жанром. И, ну, так сказать, есть социально-культурная направленность этого проекта, что любой желающий, конечно, при определенных усилиях, стараниях, может стать не просто зрителем, а участником проекта. Андрей Великорецкий по профессии инженер-проектировщик. В проекте играет Ватсона. Пришлось на репетициях поработать над ролью. Над техникой слова, правильно выговаривать слова, тембр, скорость. Это очень влияет и на то, чтобы людей заинтересовать, чтобы они втянулись, чтобы они сами представляли, рисовали в себе картины, что происходит. Дверь комнаты распахнулась, и вошла дама в темном платье с черной вуалью на лице. «Извините, что я ворвалась так поздно», – начала она, и вдруг, потеряв самообладание, бросилась ко мне. Ваш ассистент сказал мне, что вы ужинаете с мистером Холмсом. Насколько я понимаю, вы были в клинике? Сразу после вашего ухода. Мистер Холмс исчез без следа, как вы можете увидеть. Вот эта традиция чтения, она прошла очень давно. Вот представьте себе начало 20 века. Семья каких-то дворян, какой-то усадьбе, вот, которую вечером надо занять какой-то свой досуг. Они часто собирали, устраивали музыкальные вечера. Кто играл на гитаре, кто играл на скрипке, кто на фортепиано, пели. И часто устраивали такие художественные чтения. Раз в месяц в Южном флигеле усадьбы Кривякина можно погрузиться в атмосферу XIX века и литературных героев-классиков мировой литературы. В декабре запланировано чтение другого произведения, какого режиссер проекта Любовь Суская держит в секрете. Евгения Светлая, Руслан Полянин, новости из Крывект.